Здравствуйте, это канал Максим Мадзе, и это снова моды на игру Hello Neighbor в мод-ките. Короче говоря, сегодня мы будем играть в уже третий мод в реалистичном стиле рисовки, который был при Альфе 1, потом с Альфа 2 на мультяшный стал переходить. Мне очень-очень нравятся такие моды со старым стилем, и я заметил, что и вам тоже. Короче, мод называется Hello Neighbor Old Days, старые дни, запускается отсюда. И, кстати говоря, изначально, когда я его в Стиме установил, он не появился в этом разделе и в игре в самой. Пришлось фиксить его. Как фиксить моды, я делал про это видео на канале. И, как я напомню, это не со всеми модами работает. Есть довольно-таки такие вообще слабенькие моды, у которых не удосужились стабилизацию запуска сделать. И они не запускаются даже с этим способом. Но этот мод запустился. Но его пришлось все-таки пофиксить. Короче, находится он на страничке разработчика Sdalt, который уже далеко не в первый раз в наших видео. И много модов я уже его снимал. Но сделал этот мод, он только опубликовал. А, сделал его чувак с ником Games with Dylan. Как-то так. Нажимаем. И давайте сыграем в этот мод. Он вышел недели 2-3 назад. То есть довольно-таки новый мод. И не в полной версии. Это демо-версия. Я видел немножко геймплей, чуть-чуть. Но так, как проходить, пока не знаю. Но, как видим, мод своим видом уже привлекает внимание. Мы видим дом из Преальфы вообще. Закрыто, все, тут у нас телевизор. Он не агрится на нас, ладно. Блин, я напугался, читаешь. Я думал. Ну, короче, мы находимся на карте с Преальфы вообще. Но так, дом здесь будет другой. Пока вот один тестер. Надеюсь. Маловероятно, что такое, конечно, будет, но надеюсь, что я попаду в этот список тоже. Я тоже тестирую этот мод прямо сейчас вместе с вами. Steam. Да, это из мастерской Steam. Опа, ключик. Давайте возьмем его. Опа. Звук закрытия двери из... Заставка, короче, в Альфе 1 была, когда... Сосед выходит из подвала, а там улица какая-то, и он там закрывал дверь этим звуком. Вот этим. Что там у нас? Так, пошла загрузочка. Это мини-обучалка такая, я так понял, была. Ага. Да, заставку я в ролике видел. Короче, играла музычка из самого первого тизера Hello Neighbor, который еще к прототипу относился. Алло, чего надо? Чего он стучал мне в окно? Короче говоря, вот дом нашего соседа, а вот сам сосед. Он идет на второй этаж. Что он будет там делать? Он сел просто на стул. Понятно. Так, вот это мне уже не очень нравится, что текстурок некоторых нет. Я видел это. Видео, там все с текстурами было нормально, вот с этими. Ну ладно, надеюсь, такое с малым количеством предметов мы увидим. Граммофон.
Не включается он у нас. Окей. Так, давайте, ну, в нашем доме ничего... Хотя нет, давайте посмотрим, какой у нас дом. Домик довольно-таки неплохой, я смотрю. Причем он не какой-то скопированный, а... Да, действительно, дом какой-то свой, собственный. Можно даже включить-выключить свет. Что у нас здесь? Да, все текстуры... Это что за деревья такие? Синее дерево, красное дерево. Что это за деревья такие? А, еще вон там такие же. Храм там есть. Но цветовая гамма, по-моему, осталась все-таки с современного стиля Hello Neighbor. Такие же яркие, красочные цвета. Но, тем не менее, все текстуры из реалистичного стиля рисовки. Давайте пойдем к дому уже, к нашему соседу. И попробуем пробраться в подвал. Дом у соседа тоже свой собственный такой вот. Это подвал. Он закрыт только на ключ-карту, я смотрю. Давайте заглянем. Не видно. А, он спит. В какой... А, все, проснулся. Так, это закрыто, надо найти ключ, наверное. Хорошо. Блин, мне страшно, с какой комнаты он выйти может. Блин, откуда он... Блин, он двери открывает рядом со мной, мне что-то страшное, серьезно. О! Вот он и появился внезапно. О, причем он еще и с этими... С анимацией старой по ловле. Это мне тоже нравится. Эта лампочка, ее можно вытащить? Нет, а лампочка не вытаскивается. Время суток здесь не меняется, к сожалению. Звук открывания входной двери тот же, что и в Альфе 1. Это тоже мне нравится. Ой! Блин, он так дышит, как будто получает удовольствие от не самого пристойного дела. Давайте осмотрим дом его с других сторон. Возможно, там что-то есть, но я не уверен. Наверное, нам надо будет... Погодите. По-моему, там отмычка лежит. Наверное, нам надо найти где-то магнит. Ну-ка, давайте зайдем в эту дверь, посмотрим, что у нас тут. Ни хрена ж себе. Такая могила была в Альфе 1. Но вот этот шкафчик, он уже здесь открыт, но здесь и яблоко, которое нам нафиг не нужно. Дверь отломанная. Давайте осматривать дальше дом. Так, сарайчик. Что у нас в сарайчике? Я вижу лопату в сарайчике, видать. Судя по всему, она нужна для того, чтобы открыть эту самую могилу. А это гараж. Блин, какую-нибудь коробку бы взять, что я не могу запрыгнуть. Дайте этот ящик сюда, я ничего не вижу. О, другое дело. Так, по-моему, это пульт от гаража лежит там. Наверное, мы его должны примагнитить. Потому что гараж, я с этой стороны... А, подожди, тут дверь. А, блин, я так и думал, она закрыта. Не просто так же все-таки окошко это. Кстати, тоже без кстати, тоже текстуры у нее нет. Отбойник, что там лежит, я смотрю. Видимо, пульт от гаража примагнитить надо.
Давайте залезем на ту лестницу, которая сосед на второй этаж шел снаружи. Наверное, на всяком случае, тут есть, да, две двери. Так, она закрыта на винт. Для нее, видимо, отвертка какая-то нужна или что-то такое. Да, этот стул я знаю, это вырезанный стул из игры, который был найден на файлах, при альфе найден был он. И кресло-качалка оттуда же. Мне очень нравится, когда модеры пытаются возродить то, что было вырезано из игры. Это просто прекрасно. Посмотрим, что у нас здесь. Осматриваем все ящички. Пусто, все пусто. Граммофон. Так, это пульта телека. О, еще одна закрытая дверь. Там молоток лежит. По-моему, на двери подвала не было никаких досок. Так, смотрим дальше. Ага, вот дверь, для которой нужен молоток. Наверное, в том комоде что-то лежит полезное. Посмотрим. Так. Фонарик. Фонарик вряд ли нам пригодится, потому что, ну, это как-то кресло с треугольником иллюминатом. Сегодня он сыграет джаз, а завтра родину продаст. Магнит! Магнит! Отлично! Блин, он причем так спрятан был, хорошо, на самом деле. Он опять заснул. Ага, мы тут были. Здесь мы были уже. Ой! Блин, я присел и обосрался. Я не думал, что он спит именно там. Блин. Так, давайте отмычку ту поймаем. Попробуем. Ну-ка. Эх, нам надо. О, поймал. Ого, она даже имеет звук, который был это в Альфа 1.5 показывали, который трейлер. Только звук отпуска, когда мы отпускаем, его нету. Так, давайте, может, отсюда? Точно. Да, отмычка отсюда. Берем лопату и отковыриваем этот могилу эту. Отковыриваем могилу. Звуки из преальфы. Так, гаечный ключ. Для чего он нам нужен? Блин, тут еще и это музыка разная, что ли? Как в Альфе 1. Блин, тоже за это респект. Обожаю такие моды, обожаю. Три разные музыки, как в Альфе 1 было. Я такой, судя по всему, ключ отсюда. Точно. Пусто. И здесь тоже пусто. Джаз у него, блин, по всему дому раскидан. Так, ну. И чё? Чё? А, дырка. А, я понял, это комната, да, мы сюда не могли попасть. Да, это забитая дверь, та самая, по-моему. А, нет, она не забита, она на ключ просто закрыта. Звук телевизора такой же, как при Альфе. Тоже прикольно. В эту дверь он не попадет. Потому что.
Мы взяли... Так, мы взяли ключ-карту. А-а-а! Ой, блин, а чё он быстрый такой? Он намного быстрее бегает, чем в оригинальной игре. Да блин! Я убежать от него не могу, он быстрый вообще. Он мне не дает пройти в подвал. Ой, блин. Да, жесткий сосед. Да... Не даст пройти в подвал. Да, 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 пусть уйдет сначала, потом пойдем. А, блин, ну я пойду сейчас сюда, и он опять... Ладно, давайте попробуем прорваться. Я хотя хрена, он там капкан еще поставил. Он очень быстрый. Он реально очень опасный стал. Вспомнился, короче, ролик про деградацию Hello Neighbor. Мистер Эльтянити делал, или как его там. Короче, он, кстати, делает сейчас еще, уже давно, кстати, делает много месяцев мод под названием Hello Neighbor All Style. Hello Neighbor только со старым стилем рисовки. Это очень хорошая задумка, я бы, блин, так и знал. Он сейчас капкан поставит. Ему 16 лет сейчас, я старше него, но он... Я так и думал, капкан поставит. Но он разбирается в этих редакторах всяких 3D. Это прикольно вообще, очень. Я не разбираюсь. Ну, впрочем, я в этом не заинтересован особо разбираться в этом. Я думаю, если бы у меня было бы желание делать такой мод, я бы, наверное, бы при желании бы разобрался тоже. Вот он, короче, выпускал видео про деградацию Hello Neighbor. Давайте с другого входа зайдем. Про то, что сосед стал слабаком, что его перестал приманивать телевизор. Какая-то вообще новая музыка в граммофоне. И такой не было вообще в игре нигде раньше. Вот интересно, здесь, в этом моде, сделали так, чтобы его привлекал телевизор? Похоже, что сделали. Да, похоже, что сделали. В этом моде. Это прикольно. Действительно возвращают то, что было урезано. Давайте уже, короче, в подвал пойдем. Блин, он поймал нас. Причем, как удачно, смотрите, получилось. Мы зашли в подвал в тот момент, когда он за нами начал гнаться. И он типа как будто нас догнал сейчас, но это по скрипту. Но тем не менее, это по скрипту все произошло. Но мы походу упали в подвал. Давайте смотреть его. Понятно. Интересно, интересно. Фонарик. Фонарик нам нужен. А, ну это этот же подвал, который в Альфе 2 был, в Альфе 1.5. Да, я так и знал, что он сейчас гнаться за нами будет еще. Ой-ой. Что, нет? Ключ не соответствует, серьезно? Хотя в Альфе 1.5 там ключ тоже не соответствующий виду замка был. Поэтому тут
Да, видимо, красный ключ туда надо. Погодите, я не взял фонарик. Красный ключ давайте попробуем применить. Опять джаз. О, еще и это. О, отлично. О, нифига себе, мы прошли за эту дверь, и тут еще какие-то комнаты дальше идут. Это в моей памяти, насколько я помню, это первый раз, когда за вот этой дверью, конечно, что-то, какие-то дальше комнаты есть. До этого вот в модах всяких фанатских, там то какая-то чернота с белой тенью в конце, то просто нажимаешь дверь, а там конец, то мы в шкаф прячемся, как в ремейке прототипа было. Кстати, вот этот мистер Эртенити, вот он делал мод на Hello Neighbor All Style, и вы там страница этого моди была в Game Jolt, ее удалили там по запросу Tiny Build, что, мол, ремейки релиза запрещены. Также выяснилось, что еще и запрещены ремейки прототипа, потому что это как бы не публичная версия, и они считают, что это так должно быть и дальше. Они сносят ремейки прототипа там тоже. Обалдеть. Мы реально узнаем, что что-то за этой дверью есть. Обалдеть. Здесь заперто, мы даже посмотреть туда не можем. Там какой-то белый свет. О, блин, он поймал нас. Не дали нам узнать секрет той двери. Вот этой. Так, что у нас тут? Закрыться здесь у нас. Ага, эта дверь закрыта на замок. Только тут так темно, что я ни хрена не вижу. Блин, знаете что, давайте я тени сделаю. На минимум, я ничего просто не вижу тут. А, вот отмычка. Теперь сделаем все назад. И спрашивается, как я мог тут отмычку разглядеть? Я даже никакого фонаря тут не вижу. А мы где вообще? Подождите. Мы что, опять в доме в этом, что ли? Нам выйти даже не дает. Подождите. Закрываем дверь. Погодите, мы в доме опять. Только дом каким-то стал другим. Ну-ка дайте, я хочу посмотреть, как он снаружи выглядит. Темное время суток. Хренаж себе. Только, блин, так темно, что я не вижу ничего. Нихрена.
Так, мы должны выйти, походу. Смотрите, идет та же самая концепция, что в оригинальной игре. Первый дом маленький, мы проходим в подвал, потом вылезаем из подвала, и там дом уже отстроен, и мы должны выйти за забор. Здесь то же самое, но здесь, как мы видим, тоже совсем другой дом, тоже построенный уже вручную, никакой не скопированный. И глядя на размеры этого дома, у меня задается вопрос, что будет в третьем акте? В описании мода написано, что третьего акта нету пока. Что он будет потом, это пока демо-версия, но уже первые два акта, это уже хорошо. Отсюда надо стекло разбить. И вот сложно даже представить, какой дом будет в третьем акте. Там вообще громадина будет невероятная, наверное. Этот дом здоровый, блин. Тут изучать и разбирать придется долго. За одну серию мы, естественно... Так, блин, тут еще и время суток не меняется. Все время темное будет. Где плохо видно будет все, короче. Короче, давайте сделаю вот так перед завершением выпуска. Давайте вылетим из этого дома. Посмотрим на его размеры. Этот дом мы будем уже проходить в следующей серии. За одну серию мы этот мод пройти не сможем, как видно. Так, ну это наш дом. Обалдеть, дом невероятно большой. Вот так вот он выглядит, короче... Ну ладно, короче, закончим. В следующей серии будем проходить этот дом. С вас лайк, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.